за здесь дело! Есть чем поживиться! Райан очень долог и коварен, но его богатства достались мне. Я забрал у героя меч. Славный. Вагн, кажется, из-за набегов во многих священных местах решили нанять защитников. Они нашли наемников на роль героев, благословленных богами. И что это значит для нас? Оборона на реках будет усилена до предела. Значит, мне избегать их? Нет. Вымани героев, убей их и завладей их оружием. Эгерт.
Пойдешь с нами в набег? Я тебя знаю. Это было много лет назад, тебе и не вспомнить. Я был гостем в вашем доме. Вот, это тебе. Это же Рок Сутунга. Откуда он? Ты умеешь призывать вещи из грез? Нет, я сделал его сам, таким, каким он был в рассказах твоего отца. Раз Варин умер, предлагаю Рок тебе. Точь в точь, как настоящий. Как я помню. Ну, из рассказов отца. Может, ты делал и другие вещи из великих саг? Только если рассказчик был хорош, как твой отец. Из него бы вышел славный скальд. А смог бы ты воссоздать вещи из грез? Перенести из другого мира в наш? Сновидцы скупы на слова. Их речи темны, а провидцы слишком много болтают. Перенести из другого мира в наш? Что это значит? Я ничего не переношу. Я воссоздаю. Восприняв облик вещи, я могу постичь ее форму, точно чужой, но понятный язык. Смотри, Валка, это Рок Сутунга из Йотунхейма, как его описал Варин. С видениями не шутят, но если эта вещь воскрешает в тебе добрую память об отце, она может оказаться полезной. Я дам вам зелье. С ним Эйвор сможет ясно описать свои грезы. Но если ты что задумал, умрешь страшной смертью. Не стоит так утруждаться. Можешь просто дать мне рецепты. Я принесу зелье. Будь осторожней. Мы не знаем, чем придется платить. Нам не придется платить богам. Ты же слышала, он не забирает у них вещи. Он воссоздает их, и все. Дело не в богах, а в тебе. Я подготовлю мастерскую. Захочешь начать? Приходи.
Эйвор! Здесь тебе ничего не грозит. Валка поклялась, если с тобой что-то случится, я отвечу 10-кратно. Да, она своих в обиду не дает. Обещай мне одну вещь. Что бы ни случилось, ты никому об этом не расскажешь. Клянусь жизнью, никому не скажу ни словечко, кроме тебя. Когда ты рядом, мой ворон, моя память остра, а цель видна ясно. Но там, в Нифльхейме, все как в тумане. Я не могу взять тебя туда. Даже я едва прохожу сторожевую стену. Да и то лишь, если оставлю свое оружие здесь. Не дуйся. Я не стану рисковать тобой. Кто тогда напомнит мне о цели? Да, Бальдр, мой сын. Свет мира, томящийся где-то в темном замке Хель. Его взяли слишком рано. Отняли у нас. Я не отступлюсь, пока не одолею судьбу и не верну Бальдру жизнь. Ты прав, Мунин. Если браться за такое, следует поспешить. Пора отправляться к Хель.
Нифльхейма хорошо стерегут. Вначале надо убить стражу, затем убрать щит. Thank you.
зевать. Не твой день, Нидин. Ну, эрзовый корм для рыб. Со смертью.